Эй, был не давай. Так, давайте. Давайте смотреть, от чего можно. Да, тут ни от чего по любасику. Слушайте, ну вот эта броня мне не нравится, сука. Ну, блин. Ну, меня она реально огорчает. Драконью чешую придется выбросить всю. А знаете почему, ребят? А потому что я практически ее не использую никогда. Разгружаться в любом случае стоит потом. Магия высасывания жизненной энергии. У меня новое слово, кстати. Так, ну что, с драконами мы вроде как справились, да? Можно идти дальше. Ух ты, ребятки, водопадик, блядь. А, ну вы ж там шли, да, по-моему, понизу. А сейчас идем поверху, правильно. For the darkness has passed and the legend yell grown. Beware, beware the dragonborns come. На-на-на. А мы не туда идем. А мы, блядь, не туда. Не туда. Не туда мы идем. Давакин, давакин, давасири спарин, ванецам, навакул. Зачем я добавляю английский акцент, сам не знаю, бля. Хотя язык испанский. Ладно. Ух ты, вот это вот жила, еще та жила. Так, ох, тут ее много. Вы хотите жилы, их есть у меня. Я переору любого соловья. Я старый металлист, тусовщик и стиляга. А сейчас будет злая и матерая соль. Слышь, девочка, ты не охерела, тебе кто разрешал? Молодец, сиранка, ну ладно, ладно. Захотела, подобывала жилы. Чё нет, там умничка, учится хорошо. А главное, быстро. А откуда у тебя кирка, слышь? У тебя... Слышь, да подожди ты, блядь. Тебе что-нибудь нужно? Есть что-то хорошее? Девчуля моя любимая, а у тебя ж кирки нет. Ты чем долбишь-то, а? Воображаемой, что ли, киркой? Так, ладно, ребят. Как говорится, пиздеть не мешки воротить. Я не могу понять, куда мне идти. Куда-то сюда в гору, блядь. Ну, извините, сюда еще ж надо, блядь, за... не, ребят, это тяжелый случай. И я так чувствую, что... я иду в корни неправильно. Я иду просто в корни неправильно. Пяу, пяу. Так. Ну, дракон, который ныряет под лед, ребят, это, конечно, был эпик. Я вам скажу, что это, конечно, был просто... Просто эпик. Так, ладно, короче, вы знаете, мне все-таки кажется, что... Сейчас я лунный камень подобываю. Чё ж нет там. Лунный камень — это святое.
Воу! И куда это нас? Я извиня. Бум. А, ну я туда же, к медузам пришел. Чё ты там говорила, бля? Давакин, давакин. Конечно, не послушаюсь, девочка. Слушай, а чё его так плющит, а? А, это его типа течением несет. Ёлы-па... Воу! И все, короче, сразу на выход, понятно. Ну и куда нас занес, так сказать, кто-нибудь. Так, а чё у меня... О, блядь, а мне... Мне надо... Мне надо четвертый заполнить флакон, блядский. Подождите, а где? Нет, ребятки, надо загружаться, это херня. Где-то он есть, и его надо найти, ребят, потому что я все понимаю, что можно там водопадик херануть, еще там куда-то херануть, но нет. Вот. Да наполнит тепло Ауревелия ваши тела силой. Слышишь ты, Васечка? А, то есть тут как-то так. Что-то я не понял. Пусть свет Ауревелия защитит вас от такого. Слушайте, я не пойму, в чем прикол. Я, по-моему, пришел. Блять. Опять что ли дракон? Нет, ребятки, нет. Ну вы не говорите мне, что меня опять ждет битва с драконом. Этого быть не может. Здесь, значит... Короче, ребят, значит, здесь должен быть какой-то проход, блять. Я не знаю. Какой-то... Кто, блядь? А, тю, ёпта. Я думал, что-то серьезное. Сираночка, фас. Давай. Так, а я все-таки пытаюсь на эту гору как-то взобраться и по ней... Как-то куда-то, я не знаю, блядь, куда. Не, ну а что делать? Раз меня игра пытается наебать, будем наебывать, обманывать игру. Так, ну дальше я точно не пройду. Тут скалы пипец. И пройти их просто не предоставляется возможным. Сука, хотя... Нет, ну если... Нет, ну если постараться, конечно, можно, но... Надо найти такую лазеечку, такой проходик. Такой вот, блядь, проходик. Да давай ты, ёперный ты. Я вот не знаю. У меня получится как-то вот заскочить прям вот... Чтоб прям конкретно заскочить, блядь! Вот. Оу, е, бэби. Слушайте, по-моему, у меня получилось. Сиранка там где-то осталась. Ну ладно, чё ж. Все, не буду добавить этот лунный камень. Ну вы нахер, блядь. Ой, смотрите, какая красота. Ребята. Вот если вот прям вот сюда. Вот прям вот так. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, вся долина... Вся долина прям как на ладони. А вот этот, сука, драконы ныряли тудым-сюдым. Охренеть можно. Не, ну где-то ж подъем. А, подъем с этой стороны. Блядь. Ребята, подъем был с этой стороны. А я что-то даже не вкурил. Нихера.
как говорится, окольными путями. А тут с этим мостик, вон, посмотрите, все как положено. Все как положено. Ну ладно. Опа. И кто там? Ох ты, блядь. Не, не пойдет, Вась. Отдыхай, братан. И ты, кстати, тоже. Так, ушли пацаны, вот. Вот сюда мне надо было, ребят. Вот сюда. Да-да-да-да-да. Именно сюда. Иначе я бы этот квест... Сука, на обладойным ударом сразу херачит. Сираночка, на помощь, девочка моя, давай! На меня тролль напал, сука. Накажи его. Да иди ты нахер, запа... О-о-о. Тут эти еще, блядь, дебилы. Так, надо вызывать помощника. Мимо, Вася. Чё, водичку упал, да? Ну, бывает. Да что ж ты не можешь с троллем-то справиться? Господи, блядь! А там этих жмуриков... Ку-ку, Васечка. Да ладно тебе. Ку-ку. Ходи сюда. Ах ты ж, блядь, ты еще и с луком. У тебя недолго осталось. Та-дам! Готовченко. Сундучок есть, сундучок есть. Так, ловушечку обезвреживаем. Ну и идем наверх. Потихонечку. Пиздец, блядь, сороконожки опять обратно. Йоу! Йоу, Вася! Чё ты там, а? Да мимо, мимо. Так, еще один дурак. Ах ты тварь. Ну ладно. О, блядь, он меня поймал, ребят. Базару нет, он меня поймал. На легенде так легко словить. Так, нефиг делать, блядь. Да пошел ты нахер. Тварь. Вот сколько раз я уже вот так попадался, а?
блин. Да хрен тебе. Чё такое? Тут прям реально как Dark Souls. Ты чё, типа лечишься, а? Ай, болит. Так, ладно. Фалмеры сраные, блядь. Он там что-то ныкал, да, да, да. Закрома, закрома. Я думаю, что он такой, блядь, дерзкий? Он, оказывается, вон, что он такой дерзкий, блядь. Это тебе, как говорится, не мелочь. Ой, блядь! По карманам ты. А где сиранка, кстати, а? Ку-ку, дурачок. Ах ты, тварь, попал все-таки, а? Ай, блядь, так, что у меня с этим... Почти нету ни хера. Так, ну все, ладно, ну тебя нахер сдыхай. Все, Вась. А, я душу не захватил, да? Ладно. Не страшно. Так, а внизу у нас что? Тупо фалмер. Фалмеры, 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 хуялмеры. Так, а мне, я так понимаю, сюда все-таки. Ну, наверное, да. Вот это халява, плиз. Стеклянный боевой молот пламени. Ну так даже они его назвали. Молодцы. Молодцы, вопросов больше не имею. Так, и чё? Не успеешь, Вася. Давакин, давакин. Понятно, сзади пришел пацан. Ах ты, о, сука, вот он где ты, блядь, тварь. Я думаю, откуда ты, блядь? Вот можно было бы с ноги толкнуть, как в Duke Nukem, а? Или как в серьезном Сэме, чтобы они улетели нахер. Вот и все, Васечка, ты боялся. На мосту опасно стоять. Попадет тварь. Ну что, походу придется тоже взять арбалет. Взял, блядь, арбалет. Пиздец, да ладно. И причем, по-моему, я сдыхаю. Конкретно.
Сохранился тот момент, когда уже стрела была в сантиметре от меня. Ну а дальше. Дальше, ребят, вы сами. Ой, блядь. Сами все видели. Все-таки мне лучше сюда. И вот здесь уже будет... Охереть, тут ловушек, блядь. Охереть, тут фаунеров. Охереть, тут сундуков. Охереть, я в тупике, сука. Так, дружище, а ну-ка впрягайся за меня. Давай. Меня же только мы убила, блять, а? Так, арбалет заряжен. Так, хорошо, вынесли, да, всех фаунеров? Да ёбаный в рот, блядь, ну что за хуйня? Где ты, тварь? Поздно спалил, блядь. Понятно. Что такое, родные? Ух ты, я тут. Прямо таки. Халява, плиз. Блять, пипец тут ходов-выходов, а? Фалмерские ублюдки. Паралич, паралич. А у меня конкретный паралич. Вечный, я бы сказал. Ты идешь, Вася? А, Вася уже нет, понятно. Ку-ку, придурки. Thank you.
Охереть, у них уши, конечно, блин. Блять. Я, короче, что-то не то взял, походу. Так, вот это нахер идет. Надо же аккуратно. Ой, блять, я думал, это свой. Извини, братан. А ты, кажется, не свой, да? Так, пусть развлекаются, ну их нахер. Так. Ну, понятно, у меня 15 драконьих кости. Что мне делать? Так, железную руду выбрасываем, ребят. Чё ж, чем-то надо жертвовать. Драконья кость дороже, ребят. Из драконьей кости можно столько сделать охерительного. Так, а мне, наверное, на мостик. Зря я вниз иду, наверное, да? Блять, ну вот нахера я сюда спустился, а? Сранск, блять, иди разбирайся. Сука, сука, Сима, сука, Сима. Наверное, я зря сюда пришел. Мне надо реально наверх, на этот мост. Где ж этот блядский последний кубок, а? Ну как вот, ну блядь, ну как мне его найти? Сука, ну как мне его найти? Не, ну я пришел с этой долины, блядь, с долины роз, хотел сказать, ага. С долины хуёз, блядь. Нормально. А как это я его пропустил? Ебаный насос, а. Ну чё, тварь, схавал? Алхимик ты сраный. Так, а как же мне туда взобраться, а? Я вот лазю по этим фалмерским хуйням, извините. А толку нет, на мост попасть не могу, я оттуда пришел. Мост вот он наверху, сука. А как на него попасть, это, конечно, большой... Прибольшой... Вопрос... Thank you.
Еще кто-то меня гасит, не могу понять кто. Да. Чё-то, ребят, у меня такое ощущение, что я немножечко заблудился. И не просто заблудился, сука. А я тупо не знаю, куда идти. Так, ну, допустим, я могу. Блять! Тебя сказать, могу на крышу залезть. Да на крышу я, блять, могу залезть. А вот дальше. Дальше, к сожалению, никак не могу. Пошел нахер, тварь. Так, ну делать нечего, надо искать вход на мост. Правдами, неправдами искать надо. Так, хорошая мысля приходит опосля, да? Опа! Сука. Почему-то он не подпрыгивает. Бля. Зайдем в дом или в пещеру. Чё, замерзла девочка? О! А вот сейчас есть шанс. Блять! Давай, давай, давай! Пиндзеса. Блять, вот запрыгнуть бы на эту скалу, и я потом на мостик бы пошел бы. К сожалению. Что не получается, ребят? Немножечко не хватает.
Немножечко не хватает там сантиметрика, чтобы запрыгнуть. Сука. Давай, давай, давай. Ну давай. Блядь. Так, где этот сраный мост, сука? Сейчас я, блядь, на него заберу. О! А если вот так? И все-таки отсюда пробовать. Это что за херня? А, птичье гнездо, ну понятно. Вон еще птичьи гнезда. Так, ладно. Глянем, что тут, тут ничего. Ну, нашел я эти птичьи гнезда, да? Как говорится, а чё толку? Оп-оп-оп-оп. Подождите, тихо-тихо-тихо-тихо, Вась. Давай-давай-давай. Ну, камон. Ну хотя бы сюда. Там сейчас разберемся дальше. Так. Как же мне забраться на этот блядский, сука, мостик, блядь? На ту сторону. Давайте с той стороны попробуем. Вот сучка. Не, ну я реально, я уже просто, ребят, не знаю, что мне делать и куда идти. Отвечаю, просто тупо. Не знаю, блядь! Так, ну попробовать вот так. Допустим, да? Ну а дальше что? Золотая жила. Так, ну и куда я забрался? Давай. Видите, тут уже текстуры даже это самое глючат. Пропадают, сука. Даже текстуры. Ой-ой-ой. Опачки. Опа, 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 опа. Ну нет, ну Вась. Вы не можете, блядь, идти в эту сторону. Да идите вы нахер, могу. Сука, ну чё, режим полета включать, а?
Дайте мне пройти, мать вашу. Я хочу на мостик сраный. Блять, прикол. Причем эта херня, она, понимаете, она реально рядом. Мне, сука, тупо надо залезть на мостик. Я не знаю, как на него залезть. Я просто этого не знаю. Вот и все. Чё, блядь, толку я тут был, тут тупик, сука. И нихера нету. Слушайте, видимо, я не все просмотрел. Тут вон проход есть. Ёлки-палки, блять, а. Столько времени потратил. Хотел объебать судьбу. Ну ладно. Не получилось и не получилось. Так, это мне вот к этому красавчику, да? Тебе удалось добраться до дорожного... Хочешь почтить святые слова Ауриэля? Да прибудет с тобой... Нет у меня вариантов для ответа. На пути к внутреннему святилищу и окончательному просветлению. Чаша заполнилась, все хорошо. Да наполнит блеск Ауриэля радостью во сердца. Так, все. Теперь надо получить эту святыню. Так, а где мы ее получим? Ух ты. О, тихо. Так, это какая же ртутная? Ну ладно. Перегруз, да? Да. Перегруз, перегруз.
Блять, вот эту броню надо нахер, короче, менять. Это все квестовые предметы. Вот что-то я выкинул. Нож с кобели. Так, а может быть у меня еще есть всякий хлам. Вот это дерьмо нахер. Пожалуйста. Ну, те весят не так много. Сейчас пойдем в рифт разгружаться. Рампа-то тут. А что ты со мной болтать не хочешь, а? Тебе что-нибудь нужно? Если ты считаешь, что это поможет. Так, у нее лук. У нее меч, дейдрический меч изнурения. Посох паралича. Ну ладно, красотулька. Пусть будет так. Слушайте, кто же их так заморозил-то, а? Кто же их так заморозил? Все с зельями. Почему не только с зельями? Мерзли в лед. Интересно, давно они уже так? А я-то думала, в Каире да. Будешь жить. Светящийся цветок. Так, надо бы души позахватывать.
если у меня есть подходящие камни. Еще хорошего есть у остальных. Ух ты, какое хорошее ожерелье. Так, тут несколько ходов выходов отлично. Проверим все. Эльфийский меч — полная херня. Посох ледяного копья. Сюда. Парагон какой-то взял. Так, мы взяли силы. Подходящего предмета. Странно. Где сиранка, блядь? И чё ты стоишь?
Девочка зависла. Не повезло тебе. Так, спокойно. Что-то все забрали. Том заклинания умиротворения. Скелетов тут немерено. Так, посох ледяных шипов даже не хочу брать. Блять, брюшка паука, нахер он мне нужен.